повысит уровень цифровизации. Компания МТС и правительство Югры подписали соглашение о сотрудничестве. Договоренности о реализации совместных цифровых проектов были достигнуты на международном IT-форуме. Губернатор региона Наталья Комарова предложила развернуть пилотную зону связи пятого поколения 5G на площадке технопарка. Это поможет резидентам территории в разработке новых сервисов. В свою очередь, вице-президент телекоммуникационного провайдера Руслан Ибрагимов отметил, что до конца 2024 года МТС планирует инвестировать в цифровизацию Югры порядка 3 миллиардов рублей. Мы предлагаем МТС стать партнером. Даже знаем, в чем наш интерес от этого партнерства. Ваши данные геоаналитики, большие даты, данные и... Если мы предоставим, вы предоставите такую возможность участникам, мы рассчитываем на более серьезные и мощные проекты.